снова всем привет, мои дорогие зрители, это снова я, и добро пожаловать на новый ролик по игре Гренни, ну или бабуля, бабушка, по-всякому там можно перевести это слово. Ну короче, как вы поняли, я просто так не стал бы снимать новый видос по этой игре. Дело в том, что в ней вышло очередное обновление. Да, я его долго ждал, и оно все-таки вышло. В общем, в него входят новые локации. Также было написано «Новый питомец у бабки, посмотрим, что, кто это такой». И новый способ обороны от бабули, то есть очередное новое оружие. Были раньше арбалет, дробаш и что там еще, перцовый баллончик был. А теперь что-то еще. Ну, погнали. Так, поставлю уровень сложности. Вау. А нет, это другое, это медиум, это другое. Нормал тут. Вот изи я хотел поставить. Продолжить. Так, ну хотя я обычно в монашке на уровне сложности, когда она тебя не может убить, обозреваю обновление. Но тут другое. Тут я, наверное, все-таки с бабкой нужно. Потому что проверим, может ли вот это вот животное шуметь. Так, для начала надо вспомнить, какие у меня тут клавиши. Так, вот шифтом я знаю... Эй, давай, двигайся. О, двигается. Вот я знаю, что шифтом я что-нибудь бросаю. Enter я беру. Так, Ctrl у меня вроде. Нет, не Ctrl. А чё, Tab? Нет, не Tab. А, приседаю вот этим. А под кровать как прятаться, я забыл уже. Ни Shift, ни Ctrl. Alt, что ли? А, да, Alt. Alt. Всё. Вот правой кнопкой мыши я приседаю. Enter. Открываю дверь или беру предмет. Так, ну бабка тут еще не бродит. Ну давайте походим. Ищем всякие предметы. Ванны ни хрена нет. Бабка еще не идет. Стоять, давайте-ка попробуем залезть вот сюда. Наверх. На, ну точно, наверху же обычно ни хрена нет. Эй, не надо. Где там, интересно, бабка? Идет, как всегда, в свою комнату. Так, вон ту комнату я, вроде я открыл. Не бабка. Или бабка. Ну я хз. Ага, значит, все-таки не бабка. Иначе она была бы уже тут. Ой, там бабка или нет? Ой, бабка! Блин, что-то я больно быстро слился. Так, подождите, дайте-ка я сейчас гляну, какие у меня все-таки клавиши. Все, посмотрел. Погнали дальше. Да, только вот у меня пауза неудобно, конечно, маленько стоит. Ой. А почему эта дверь открыта? Она ж обычно заперта на второй день. А чё? Нет, полезное обновление. Теперь не надо ждать, что бабка ее открыла. Так. Она внизу сейчас расхаживает. Поэтому мы будем расхаживать наверху. Что тут у нас? О, ключик от арбалета! Как раз вовремя. Сейчас пристрелим эту наглую бабку. Так. Да блин, тупой ящик. Дайте пройти. Пройти дайте. О, наконец-то, нафиг. Я уж думал, меня сейчас бабка сожрет. Ну как сожрет? Грохнет. Берем арбалет, дротик и готовимся. Контрол. И пипец. У меня просто клавиша Ctrl стоит, чтобы стрелять. Так, давай, убирайся отсюда, я дротик тут достану. Из-под твоей ночной сорочки. Так. Ну чё?
Здесь пусто. Эй, нет, не та клавиша. Вот, блин, у меня неудобно клавиша паузы, конечно, стоит. Поэтому, если я буду ставить на паузу запись, надо поставить сначала на паузу игру. Потому что у меня же клавиши Shift. Я спасаю свой предмет. А также на клавише Shift у меня стоит на том, чтобы запись вот с экрана на паузу поставить. Неудобно. Так, детали дробашика. Потом ее потащим куда надо. Погнали. Так, заглянем тут в эту комнату с мясом. Тут ни хрена. Так, стоять. Какая-то тут стена стала странная. О! Ну-ка, открой. Нифига себе, вот это секретная комната. Прикольно. А тут секрет теперь. Так, дайте-ка... Хотя нет, не будем. Не будем мы эту дверь закрывать. Так, ух ты, портрет Анжелы. Мамаша Слендрины. Ой, Слендер там сзади. Вон он. А, или это просто тупо много-много бошек Слендера, или это тупо пауки какие-то на ХЗ. Так, а это что? Мне нужен молоток, понятно. А дверь? О, открыто. А, какая-то фиг, просто пустая комната. Ну, типа той. Ага, и тут у нас еще одна деталь от дробашика. Интересно. Да, прикольно. Вот что там за новая, этот, как его, новая локация. Понял. Так, дальше что? Вон тут печка какая-то. Так, а это что? Миска? Пустая миска. Так, значит, тут где-то новый питомец бабулин. Ну-ка, это что, клетка? Да, вот. А в клетке ворон сидит. Прикольно. Подожди. Так, ну я думаю, тут бабка уже появилась. Давайте ее... Ну, грохнем, что ли. Каким-нибудь образом, так. Опа, бензин. Так, тут печка, ворон, и он что-то охраняет ключ от сейфа. Если я попробую нажать... Он каркает. Каркает. Понятно, и бабка сейчас придет на шум. Ну ладно, я уже приготовил оружие. Так, интересно, а убить этого ворона как-то можно? Значит, ну, с вороном точно так же, как с пауком надо поступать. Надо его накормить. Он нажрется. Ну нет, пока он будет жрать, надо у него стащить ключ. Ой, бабка! Я ее слышал. Давай, бабка, иди сюда. Каркнищ. Вот каркнул наш ворон. О, идет. Так. Огонь! Ну, типа огонь. Так, а теперь проверим, как отреагирует... Эй! Ну, блин, тупая бабка дротик мне закрыла. О, дротик, дротик, дротик. Смотрим, как этот ворон отреагирует на дротик. Можно ли его вообще убить? Так, огонь. Ой, он просто тупо из клетки вылетел ненадолго. А дротик я забрать у него могу? Ха, смотрите-ка, могу. А если близко? Ой, тьфу ты, блин, не ту клавишу нажал. Так, беру еще раз арбалет, дротик. И стреляю, попробую в голову прямо. Ар! Ага, просто не хватает. Ну-ка, еще раз. Ну, просто фигня. А если чуть подальше? Да блин, чё я все клавиши-то путаю? Чина. Фигня. Ладно, фиг с тобой, ворон. Попробуем спустимся вниз. О, тут еще локация прикольная. Оп, какая-то с ключом. На комнатку Слендрин нет, она закрыта. А тут? Ага, тут проход дальше. Стоять, окошко. Окошко. Так, а это у нас там что? Какая-то штука. О, мишень. В нее, ну, думаю, надо попасть, и тогда откроется, вот как в паучке. Только там закрывался у него домик, а тут дверь должна открыться. Огонь. А, тут огонь. Чё, промазал, что ли? Промазал. Эх, я... Ладно, думаю, еще найду. Дайте-ка я выброшу свой арбалет. Не понадобится он мне. И буду дробашек лучше собирать. Из дробаша... Больше этот... Больше меткость у дробаша. В нем больше... У дробаша больше шансов попасть в цель.
Так где там я первую детальку-то видел? Так, а, у Мишки. Точно, точно, у Мишки. Оу, шит! Мне только тебя тут не хватало, бабка. Я ж тебя вроде грохнул недавно. Почему ты появилась? Так, сейчас она тут за мной. Прибежит. О, стоять, у нее ж машинка новая. Вот, я еще забыл сказать в обновлении. У нее еще новая машинка появилась. Так, странно, а чего она не идет? Я ж вроде как нашумел. Ага, слышу он ее болтовню. Но сюда она не идет. Как ни странно. Опа, деталь от дробаша. Мне сегодня везет. Остается только к Мишке сходить за последней деталью. Можно будет... Бах-бах. Так, сейчас только бабку сюда приманю. Нарочно. Да, кстати, я хотел сказать, гараж тоже обновился. У него теперь вон по-другому весь цвет. Все, гараж тоже у бабки обновился. Беги быстрей. Не ползи, как черепаха. Оу, шит. Капкан чертов. Погнали, погнали, погнали. Бегом, 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 бегом. Так, дурацкие ящики. Так, оп. Нам сюда. Вот он. Последняя деталь, точнее она. Последняя деталька от дробаша. Теперь спускаемся вниз. Ой, мясо тут валяется. Ну да, она ж тут проходила. Так, нашумел чутка. Тут где-то бабка. Не здесь ли? Ну не, вряд ли здесь. Она уж давно ушла. Да, я был прав. Ну все. Дробовик. Заряжаем. Так. Как бы тут... Надо выманить бабку. Так, надо выманить бабку. Давай, сюда чеши. А я готовлю оружие. Вот оно мое оружие. Сейчас я тебя пристрелю, карга старая. А потом открою ту комнатку. О, идет. Бабах! Погнали за патрончиками. Так. Да, кстати, вам какая машина нравится больше? Вот новая у бабули или старая? Почему-то мне больше старая нравится. Так, а этот? Ну, багажник, как всегда, заперт. Хотя новая тоже ничего. Но мне, по-моему, старая нравилась больше, маленько. Почему, не знаю. Ладно, идемте все-таки стрелять по этой мишени. Стоять, я еще на вороне не проверил. Ну-ка, блин, че лучше? Нет, пойду сначала лучше в мишень выстрелю, а уж потом в ворона. Ну-ка. Тут точно на этот наводим. Да, вон там и мой дротик. Бабах! О, попал. Дверь теперь открыта. Это что? Фристрэп. Ледяная ловушка. А, вот что за новый способ обороны от бабки. Так, а тут скелет какой-то, видимо, предыдущий. Ой, череп отвалился. Прикольно. Так, арбуз. А, это, наверное, предыдущая жертва бабки. Так. А вот, видимо, и новый как раз способ обороны от бабки. Вот это вот ледяная ловушка. А арбуз? Ну, арбуз мне пока не нужен. Так, ну чё? Чё сейчас будем делать? Где там мне найти патрончики?
Мне где-то надо найти патроны. Наверху? Да, наверху уже они есть. Но бабка еще не должна возродиться, мы ее только что пристрелили. Ну, или почти только что. Погнали назад. Сейчас сделаем бабах. Так, ладно, ну, меня не интересует пока ледяная ловушка. С ней я в другой раз, наверное, поэкспериментирую. У меня потому что много на нее планов. Посмотрю, действует ли она на паука. И как она действует на бабку. Стоять, я куда-то не туда пришел. Я пришел не туда. Чё за... Бабки тут нет? Интересно. Ой, бабка! Ну вот, блин. Опять придется мчаться... за патроном. Так, ладно, бабку мы опять припили. Блин, а чё-то она так быстро стала восстанавливаться. Или мне кажется... Мне кажется, или она раньше действительно... дольше была в отключке. Теперь она очень быстро как-то стала... этот... в себя приходить. Раньше она была долго в отключке, по-моему. Или мне только кажется. Ну ладно, жахнем сейчас этого ворона. Так. О! Ни хрена себе, он сдох! Понятно, то есть ворона тоже можно убить. Интересно. Так, ладно. Ну, берем тогда этот ключик от сейфа. Понятно, то есть ворона можно тоже побахнуть. Так, я еще тут вроде все не посмотрел. Может, тут что интересное есть. Так, тут... Вот, проход. В проход я не лазил. Так, а это тут что? Люк. Ай, но вылезти из него я не могу. А куда он ведет-то? Не пойму. А, на то место, где колодец. Понял. То есть сюда можно попасть либо через кладовку с мясом, или что там такое, либо через ту комнату с колодцем и отрубалкой головы, или шафот как-то называется, плаха, по-всякому, я не знаю. Так, ну чё. Погнали дальше. Ну, ясно. Ворона тоже можно замочить. Меня это радует. Не надо для него корм искать. А, я понял. Если ему корм положишь, он просто прилетит к нему. Особо ничего такого нету. Так, ну ладно. А может, все-таки, если так все быстро провернул я... Может, попробовать и с этим, как его провернуть? С ловушечкой, с ледяной. Это на мину она как-то похожа. Если это мина вообще. Может, это и есть как раз мина. Так. Ну чё, мне от бабки убегать или обнову проверять? До конца. Ну давайте лучше обнову до конца проверим. Так. Попробуем рвануть туда через люк. Так, посмотрим, что у нас тут. Нет, ну значит все, я понял. Ворона убить можно. И он точно так же, как и паук, не боится арбалета, а боится дробовика. Так. Где там этот люк? А, вот он. Вот он. Жух. И мы внизу. Ледяная ловушечка. Так, ну тут, думаю, ее бесполезно класть. Так, а где бабка? Попробую подложить ее здесь. Ну-ка. Кидаю. Чпи-пи-пи-пи.
Ага, она активировалась. Ну, блин, я ее прям заминировал как мину. Надо еще как-то нашуметь. Бабка тут так просто не прибежит. О, дробовичок мой. Сейчас я его кидаю. О, иди, иди, иди сюда. Ну-ну-ну. Опа. Шух. Грэнни знал гон. О, нифига себе, она же развалилась. О, щит. Тут мясо типа. Да, мясо аж прям. Нифига себе, вот это бабка. Короче, капец тут бабки. О, ловушка бесконечная. Прикольно, ну-ка. А я, блин, могу покидать. Да, ну это жесть, конечно. Капец бабки. Вон у него башка валяется, вон руки отдельно. Вон тело, туловище отдельно. И еще одна часть туловища отдельно. Ну пипец. Да, пресс в бабке. Да. Опупеть. Вообще, опа, исчезло все. Ладно. Интересно, а она на меня действует? Как капкан? Ой! Действует. Вон, я замерз. Понятно, то есть нельзя попадать в свою же ловушку. Я замерз, но умер. Ой, и быстро оттаял. Ну, за столько же времени примерно оттаял, за сколько капкан удаляется. Не, прикольно. И бабку я заморозил, и питомца я ее грохнул. Давайте-ка теперь попробуем паука заморозить. Если он заморозится точно так же, думаю, он сдохнет навсегда. Если он тоже на куски развалится, вот как бабуля. Ой, тьфу ты, как же я мог забыть? Сначала надо найти ключик от его берлоги. Мясо. Всякая фигня. Так. Не, всякий хлам. Где ключ от паука? Опа, ручка от колодца. Ну ладно, попробуем тогда в колодец. Точнее, к колодцу подойдем. Глянем, что там мне из колодца выпадет. Да, и арбуз надо попытаться, может, разрубить. Посмотрим сейчас, что будет. Так, ну-ка. Посмотрим, что сейчас мне тут вылезет. Ух ты, молоточек! Молоточек, молоточек. То, что надо. Так, во-первых, попробуем расфигачить ту комнатку. Ну или не комнатку, что там за досками. Там нужен был молоток. Так, там я что-то бросил. Что-то у меня там валяется сверху. Не знаю, что это. А, дробаш тут мой. Так, бабка появилась. Да не навсегда там она. Насколько-то. Нифига себе, как я нашумел жестко. Где она там? Если бабка возродилась, то она сейчас точно примчится. Проверим. Так, это что? А вот и ключик от паука. То, что надо. Special Key. Так, но бабки... Не, бабки нету. Ай. Осторожно вылазим. Оу, шит. Бабка. Бежим. Прощай, старуха. Так. Так, надо быть осторожным, сейчас бабка может выскочить. Погнали открывать паука. Так, ну там уже мина наша заминирована. Но бабка на нее точно не встанет. Щух. Так, ну думаю, лучше подложить еще мясо. О, а вон и бабуля.
идет. Стоять, она что, забагалась? Ух ты, класс. Блин, я еще и Грэнни сумел забагать. Но мне кажется, она сейчас легко разбагается и вылезет. Стоит мне маленько отойти, как она разбагается. Это точно. Ну давайте попробуем ее тоже заморозить, чтобы она нам не мешалась. Че, нет? Серьезно? Серьезно? А, вот, разбагалась. Все, давай. Иди. О, блин, ну вот, не наступила она на нашу ловушку. Давай-ка еще раз попробуем. Иди сюда, бабуля. Иди сюда. Так, а где я мясо-то нашел? А, на кухне. Вот думаю, что лучше сделать, чтобы паук на меня побежал или на мясо. Если на мясо, то будет безопасней просто. Так, ну все. Хватаем нашу ловушечку. Дроп. И давай. Шух! Ба-ба-ба-ба-ба. И замерзла бабка. Но она не упала. А ну-ка, давай-ка. Да-да-да-дым. Капец бабки. Не, прикольно, она вот так вот на части разваливается. Опупенно. Ну ладно, попробуем сделать так, чтобы паук побежал на нас. Сейчас только дропнем тут вот. Где-нибудь. Оу. Нет. Блин, не успел. Блин, почему? Он должен был вроде не сразу... Ой, я забыл отрубить... Я забыл инет отрубить, и мне рекламу показывали. Так, ну все. Ну-ка, идем опять к пауку. Не, полезная теперь такая фигня, то что... Вот, во второй день дверь открывается сразу. Не надо ждать, чтобы ее бабка открыла. Это тоже полезная штука. Так, вон я дропнул уже свою ловушку. Прямо перед пауком. Давай, беги сюда. О! Вы видели, на паука не действует! На паука не действует! Так, а может попробовать все-таки с мясом? Попробуй все-таки с мясом. Вот только, блин, я снова схватить свою ловушечку не смогу, по-моему. Потому что паук не даст. Так что, ладно, идемте за мясом. Ну все, мясо я взял. Идем к пауку. Бабули нет. Вот и славно. Так попробуем тогда через мясо. Но нет, я взять свою ловушечку не могу. Даже... А, могу. Так, а блин, а куда я мясо-то? А, блин, мясо-то мое улетело. Так, дропнем вот тут вот ловушку. А мясо... Нет, могу я его взять. Главное, чтобы бабка сейчас не пришла. Она это может. Ну ладно. Была не была. Паук. М. А чё за шняга? Почему он не идет? Он чё, забагался? Так, блин, странно. А почему он на мясо-то не побежал, меня интересует? Его что, багает вот эта вот ловушка? Он же по ней пробежался, но меня-то убил. Значит, все-таки каким-то образом, мне кажется, действует на него ловушка. Надо только, главное, чтобы он не на тебя бежал, иначе он тебя все равно сожрет. Видимо, надо делать, когда он за мясом идет. Я был прав. Я был прав. Ну-ка. Мясо только он... И мясо он не съел. Почему он на мясо-то не бежит? Паук, вон тут я тебе мясо принес. А если убрать ловушку? Смотри-ка, нет, он все равно не бежит. Ты почему за мясом ты не бежишь, а, паук? Ты почему не бежишь за мясом?
Почему-то паук на мясо не бежит. Так, ладно, давайте попробую сейчас я игру перезапустить. Нет. Так, ну все, на этот раз я поставил... уровень сложности практис. В этот раз мне бабка не нужна, все. Я на бабке уже все проверил. Меня теперь интересует только паук. Блин, мне правда теперь придется опять там открывать всю эту фигню. Неохота, конечно, но придется. Время у меня тоже не бесконечное. А в видос-то он полчаса уже идет. Но в этот раз мне от папки бегать не надо. В этот раз я тупо тут хожу и все исследую. Так, хрень. Тут у нас... О, опять ключ от оружия. Повезло. Так, главное в этот раз не промахнуться и хочу попасть, попытаться вот с первого дротика. Потому что дротиком попасть тоже реально в эту мишеньку. Арбалет, дротик, идемте стрелять. Так. Главное, чтобы не валялось мясо тут. Тут, чтобы ворон не охранял мясо или еще какую-нибудь важную фигню. Ворон нет. Ворон опять ключ от сейфа охраняет. Так, тут что-то все на старых местах. И бензин тоже. Раньше тут на рандомных местах лежали, а теперь все на старых. Странно. Так, я не удивлюсь, если в этой комнате сейчас будет арбуз. Попробую вот так. О, попал! Вот она, моя ловушечка. Так. Ну, мне кажется, лучше пока не надо ее кидать на паука. Так, попробую посмотреть. Вот я не удивлен, если мясо сейчас будет лежать снова в холодильнике. А точнее, в шкафу. Я не пойму, что это, шкаф или холодильник. Больше на шкаф похоже. Какой-то. Чем на холодильник. Ой, так мне же еще ключик-то надо найти. К пауку. Так. Кинем где-нибудь в таком месте, куда я не пойду и не заморожусь. Я морозиться не хочу. Так, здесь я был. Так, мне нужен ключик от паука. Где он может быть? Сейчас везде посмотрим. Нет, тут всякий шлак. В гараже смотреть бесполезно. Опа. Опять на этом же месте ручка от колодца. Так. Ну, я думаю, сейчас в колодце как раз молоточек будет. Нет. Сначала проверю все-таки молоток. Потому что, скорее всего, я думаю, ключ от паука там находится. Все равно мне, прежде чем к пауку идти, надо его открыть. Так что сейчас сначала достану молоток из колодца. Если там молоток, конечно. А там молоток. Опупенно. Ну, нет, это прикольно, по-моему, все-таки. Раньше вот на разных местах валялись предметы, а теперь на одном и том же месте. Это не так прикольно. Полезли сюда через люк. Быстрее будет. Кстати, я не проверял, тут арбуз лежит или не лежит, просто ради прикола. Арбуз, так и знал. Так, ну чё? Фигакс. Это убираем молоток.
Доски выкидываем. Да, так и знал. Вот он ключ от комнаты с пауком. Погнали тогда теперь в эту комнату. Давай. Иди нормально. Давай, иди, иди, иди. Папки тут все равно нету. Она куда-то по своим делам ушла. В магазин, наверное, за молоком и печеньками. Так, вот. Все, открыли. Так, сейчас сперва попробуем не вызывать паука, а просто осторожно подложить вот эту вот ледяную мину. Вот рядом с его мисочкой. Осторожно. Дропнем. Не сюда. Да нет же. О! Вот здесь ближе. Ну ладно, погнали теперь за мясом. Вот, вот я уверен, что мясо снова лежит на старом месте. Да, вот оно мясо. Ну а может тут все на старых местах только из-за того, что я вот через меню начал новую игру? Может это новый баг такой? Может если игру перезапустить, то или сдохнуть, 5 раз вообще слиться окончательно, то все начнет по новой. Ну все. Кладем мясо, смотрим. О, побежал паук, побежал. Ну блин, он стоит на мине, но ему пофиг. Он стал на мине, ему пофиг. Что за Чечня? То есть мина это на паука не действует? Ну понятно, все. Мина это не действует на паука ледяная. Лед из нее идет, но паук какой-то, блин, не знаю. Холодостойкий, что ли? Холодостойкий, блин, паук. Ну на этом тогда все. Все обновление подошло к концу. До свидания.